плечи работают. Правая, левая, хорошо. А теперь немножко по-другому. Раз, два, раз, два, три, четыре. И последний раз. Право, лево, право, присели, право, лево, право, присели. Продолжаем. Американский город. Широкоэкранный, голливудский. На показ выставлены добродетели ковбойской Америки. Подвиги пионеров Дикого Запада, когда-то сокрушивших индейцев, а затем и мексиканцев. В каждом городе есть даунтаун, деловой центр, витрина города. В каждом городе есть квартал развлечений, где может забыться состоятельная Америка. И в каждом городе есть гетто. От времен рабства, открытого террора, от судов Линча афроамериканцы несут свой крест. В ту ночь двое белых парней искали какого-нибудь негра, чтобы повесить. 19-летний Майкл Дональд был один на пустынной улице. Они подошли к нему, приставили пистолет и втолкнули в автомашину. За городом, в заранее намеченном месте, куклукс-клановцы стали избивать юношу дубинками. А когда устали, набросили ему на шею веревку и повесили. Это случилось недавно в городе Мобил, штат Алабама. В американском гетто города Гринсборо, штат Северная Каролина, проходит митинг. Здесь черные и белые протестуют против расправ Ку-клукс-клана. А в это время уже был послан в гетто десант местного клана. И оператору телестудии доведется снимать через секунды иной страшный репортаж. Оператор не выключал камеры. Он снимал и тех, кто стрелял, и тех, в кого стреляли. Полиция испарилась. Власти явно знали о налете заранее. Шестнадцать мужчин и женщин. 16 белых и черных уложил свинец клана. Пятеро из них скончались прямо на газоне. Так телевидение перенесло Америку на устроенное кланом побоище, сделало свинец.